Добрый вечер, дорогие обнинцы. Всех нас объединяет Владимир Семенович Высоцкий, гений нашей эпохи. Хочу начать концерт «Баллада о детстве». Зачатие я помню, я точно, значит, память моя одного. Но зачат я был ночью порочно, и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе, 9 месяцев — это не лет. Первый срок отдавал я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, свидетели, что плюнули на долю, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные прилили да повелинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, муж крестный, я ходу. Строченьки, милые слова. Первый раз получил я свободу по указу о 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил в дом на первой Мещанской в конце. Там со стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой, баловались водочкой. Все жили вровень скромно, так система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб суп не попадал, не грела дело гречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась рядом соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигал и тушил, и как малая фронта подмога. Мой песок и дырявый кувшин. И пить солнце в 3 часа сквозь дыры крыш просил на Евдоким Кирилловича и Гинсю Моисею. Она ему, как сыновья, она без вести пропавшая. Эй, кисть, моя одна семья, вы тоже пострадавшая. Вы тоже пострадавшая, а значит, обрусевшая. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и соса, пожелал не забыть, не заброшен. Но дразнили меня недоносы, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего же мы дрожим. Возвращались отцы наши братья по домам, по своим, да чужим. Кофточка с драконами да змеями, отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодань. Все носа на станции, вагоны словно царские, из эвакуации толпой болели штатские. Осмотрелись они, оклевались, похмелились, потом протрезвели. И оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отрепели. Стал в метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он ответ. Он коридор кончается стенкой, а тоннели выходят на свет. Пророчество вашим, но не слушал Витька с корешем.
коридора наш, в тюремный коридор шел. Да он всегда был спорщиком, припрутся не откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но он сов свою, а что на нас касательно? На жизнь всматривались мы, уже самостоятельно. Все от нас, да почти годовал, долговище вели, да кровянки. Хотелось под танки, не досталось им даже по пуле. Время слухи жили на душе, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильника делать ножи. Они вернутся в легкие, от никотина черные, по рукоятку легкие, трехцветные наборные. Были дела отменные, сопливые, острожные, настройки нецепленные, на хлеб меняли ножик. Сперва играли фанки, пристенно с кроховорами, и вот ушли романтики из-под подводных ворами. Спигулянка была номер первый, ни соседей, ни бога, ни труса. Жизнь закончила миллионершей, Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой купель, и она там тихую пила, а упала она после двери. Некрасиво так, как зло умерла, жива, как наркотика, не выдержала этого богатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится, особенно видела, пока с вами-то расстроится. Он дом сломал, нам сказал вас, он нас и не выдерный, а я так что я воевал, и разные обидели. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и тикали куда надо канал, и в конце куда надо пали. Дети бывших старшин да майоров на ледовый широт поднялись, потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем быть. Спасибо.